Всем привет! Вы смотрите канал Статус. Немного погуглив в интернете, я наткнулся на старые приколы, связанные с трудностью перевода с матерного русского на нормальный английский. Если вы еще не в курсе, то многие наши матерные слова воспринимаются иностранцами совсем не так, как мы привыкли. Но прям совсем не так. И в этом видео я приведу вам несколько примеров. За этим мы обратились в помощь Google, а точнее к переводчику онлайн от Google. Итак, открываем наш переводчик, настраиваем перевод с русского на английский и вводим весьма безобидные фразы. Например, твой кролик написал. Your bunny wrote. Мир, дверь, мяч. Peace, doorball. Рядом птицы. Near bird. Больше темно. More dark. А как звучит, а? Ну и ответ на эту фразу. Некоторые больше темно. Some more dark. Кто знал? Кстати, у певицы Pink есть такая композиция, так и называется. Who knew? Мирные данные. Peace, data. Мир, запятая, смерть. Peace, death. Мир, герцог. Peace, duke. И простую утвердительную фразу. Отбивная – это блюдо. Chop this dish. Еще раз. Chop this dish. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.